Весточка Кайрату Келимбетову. Проблемные заемщики ипотечных кредитов сегодня вновь штурмовали Национальный банк. Около 50 человек написали личные письма главе финансового регулятора, в которых каждый рассказал свою кредитную историю и просил о помощи. Однако акция, которая изначально планировалась как мирная, в итоге вновь переросла в пикет. Оставьте нам кровь над головой! После недолгого скандирования к протестующим вышел представитель Национального банка. Но как такового диалога не состоялось. Каждая из сторон настаивала на своем. Кроме тех, кто просил полного списания долгов, есть три другие категории недовольных. Одних не устраивает график погашения займа, другие готовы отдать свое залоговое имущество, чтобы закрыть всю сумму кредита. И группа людей – это социально уязвимые. В Национальном банке заверили, что работа по решению проблем должников ведется, только каждый случай рассматривается индивидуально. Признать договора форс-мажором и признать их недействительными. То есть полностью освободить от исполнения. Нет, почему? Сейчас только это заявляется. Это вот две разные цели, да? Вот. По таким вопросам полное списание это не предусмотрено. И в практике ни одного государства такого не было. Ну как нет? Давайте мы вам покажем.